Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами Энзик Бро. И сегодня мы играем в Майнкрафт. Как вы видите, новая менюшка. Да, именно я скачал этот аддон на Marvel. Но думаю, это просто текстуры замененные. Мы сейчас посмотрим. Так, у меня есть мир уже. Как бы подготовил заранее. Так что сейчас посмотрим. Сейчас мы все посмотрим. Возможно, это текстуры, а возможно, даже и нет. Но это стопудово текстуры. Так, сейчас, подождите, прогрузится мой мир. Так, что у нас есть? Что у нас есть? Значит, кальцит. Это типа луч. Так, это стрела. Ой, сорян, что-то не так погорячился. Лук, это у нас... Такая вот рука железного человека, походу, да. Что-то там бессмертие, это вообще перчатка Таноса. Давайте вот перчатку Таноса мы наденем. А я, пожалуй... Вау. Тут какой-то кольчужный шлем, это не знаю. Наверное, это, скорее всего, черная пантера. Ну, я возьму... Думаю, Iron Man будет мне как раз на вид. На что ж, примерим. Но стопудово, думаю, это обычный текстур пак. Ой, сколько я текстур паков тогда и качал. Вы не поверите. Вау. Вау, а я ничего так смотрю даже. Ничего, так смотрю. Вот это бессмертие. Вот это бессмертие, зачем он? Лук. А ну посмотри, что это такое. А, сейчас. А ну поближе. Наверное, ну, скорее всего, это да. Это... Сейчас. Его. Но я точно не знаю, что это, конечно. Но есть какие-то такие штуки. Например, жемчуг края, это уже какая-то рука до пола. Нормально. Ух ты! Тут даже звуки какие-то непонятные. И шо? Какие-то новые звуки добавили. Это... Голова вообще не чаю, что это за предмет такой. Может, это сгусток алмаза? Не, ну, навряд ли это сгусток алмаза. Навряд ли. Что у нас еще есть? Вау! Алмазный меч? Железный меч, это что? Она не действует как-то на мобов. Обычные мечи. Я даже не знаю, что это. Но она как-то... Сейчас. Обычный лок. Только текстуренный и все. Ну, что могу сказать? Аддон, в принципе, нормальный. Я бы сказал, даже текстурпак, но... Не знаю даже. Я ставлю этому аддону 5 из 10, конечно. Но...
Думаю, это будет нормально. Так, давайте с ним померим другой у нас. Что есть? Что у нас есть? Нормально. Ой, сейчас. Так, черная пантера. Черная пантера. Давайте посмотрим. Черная пантера. Так, надеваем это. Ай, блин, что-то. Надеваем это. Вау, ты что, нормально, что-то? Это нормально уже, ну, в принципе, хоть это и текста. Там бессмертие, но я думаю, банально. Да. А что у нас еще есть? Да. Дедпул, блин. Дедпул. Она же тоже Дедпул. Надеваю. Вау. Ничего себе. А только, конечно. Что я могу сказать на этого, насчет этого аддона? Аддон, конечно, такой себе. Светильник Джека. Это какая-то голова Халка, что ли? Светильник Джека. А ну, давайте сейчас построим голема и посмотрим на него. Берем, значит, вот эту... Это тыква, типа, да? Тыква. И берем железо. Ставим железо вот так вот. Да. Это Халк. Это Халк? Ну, звуки те же самые, я думал, поменяться. Нет, ну, в принципе, ну чё, впечатляет. Нормально. А ну, создать селянина? Нет, давайте утопленника возьмем, отбросок. Действительно выглядит я с призыв зомби, скелета и поборника. И давайте тоже построим вот таких вот железных халков. Два железных халка. Это утопленник, да? Вот это халки, конечно, может. Это отброс был. Собиранный пихлин. А ну, зомби. Это Дедпул вообще. Скелет. Ух ты. Скелет. Это кто был? Это кто? Вот это я не знаю, что это за человек был. Ну, давайте посмотрим. Не, я все же хочу посмотреть на скелета. Давайте ночь поставим. Ого! Это скелет такой, да? Это такой скелет? Ого! Ого, сколько скелетов таких вот. Нормально они гасят так. Ты еще у нас что? Что он делает? Он убил железного человека. Господи, мать вашу, ну что ж такое?
А вот это Дедпулы, походу, да? Дедпулы. Отброс. Это та... Отброс, это Танос. Это Танос. Давай. Давай. Халк. Халк прикольный. Пиглин. Зомбированный. Зомби. Скелет. Поборник. Вот это я точно не знаю, кто это. Это Тор, походу, да? Это Тор. Это Тор. Торт. Торт. Кого там удохают там? Кутузит, мутузит, блин. Чё там? Халк. Светильник Джека? Это Халк. Боже мой. Это так упорото. Это так упорото смотрится. Да, допустим. Давай. Ладно, давайте еще посмотрим. А, не, стоп. Я хотел еще примерить. Хотел еще примерить еще что-нибудь. Еще чего-нибудь примерять. Как алмазный шлем. А. Так. Кира. Кира. Кир. Алмазная кираса. Алмазные поножи давайте. И что еще? Нет, золотые. Алмазные вот тут. И это кто у нас? Одеваем. И кто я такой? Наверное, я, скорее всего, Капитан Америка, да? Капитан Америка. Америка. Там бессмертие, это перчатка Таноса. Как это банально, господи, боже мой, прости. Шой. Стреляем по криперам. На. Че? Давайте используем против Айронмена вот эту штуку. Точнее, это скелет. Да? Я так смотрю. Нет, надо низко целиться, да? Где-то. Между ног. Да. В ногу куда-то. На. Убили железного человека, боже мой. Так. Так. Сейчас снимаю вот это все. Сейчас я вам покажу еще один аддон, пока ставлю на паузу. Так. Значит, я поставил новый аддон. Новый аддон. Сейчас посмотрим, кто есть эти. Значит, тут солдаты типа какие-то, да? Это у нас зомби, оказывается. Это зомби. Это скелет. Это немец. Я, das ist fantastisch, guten Tag, motherfucker. Тьфу, ты не motherfucker, это на американском. Это у нас какой-то зомби, да? Зомби, понял. А ну, что же есть? Что же мы имеем? Кости надо это выкинуть. Чертям небесным, блин. Так, стоп. Песчаник поменялся. Песчаник. Двери новые поменялись. Это железная дверь. Это у нас железная решетка, кстати. Текстуры стекла поменялись, я заметил. Что еще у нас могло поменяться? А? Я не знаю пока, что могло поменяться. А ну. Вау, паутина. Это красители. Так, красители?
это яйцо. Как это умно? Яйцо сделали типа автомата, да? Типа бросаешь автомат, с него курица вылупливается, да? Допустим. Ну пускай. Это что? Это у нас бутылочка с медом. Это у нас миска. То есть мы с такой фигни будем суп пить, да? Портал края. Светильник, светящийся камень. Лампа из красного камня. Лампа из красного камня. Я понял. Яйца шалкера. Ой. Ящик шалкера, точнее, извините. Черный ящик шалкера. Светло-серый ящик шалкера. Это у нас доспех. Ну, сейчас поставим. День мне нужно. Мне нужно день. Ух ты! Ух ты! Это у нас такая, типа... Что? Сейчас мы все это испытаем, посмотрим. Ты голова зомби. Ага, кому смешно? Кому смешно, я сказал. Сейчас кому-то эту голову в одно место запихну. Это, короче, каменный манекен, типа, да? Я правильно понял, наверное. Наверное, я правильно понял. Ну, опа, динамит. Си-4. Мама мия, боже мой. Не, давайте. Господи, это Си-4. Это, мать вашу, Си-4. Где зажигалка? Вот зажигалка. Давайте как-то, чтобы не портить поверхность, я еще домик буду строить себе. Я еще себе буду строить домик. Да. Да, я еще буду себе домик. Я еще себе домик буду строить, конечно. Си-4. Не сюда, Си-4. Смотрим на реакцию. Не понял. Это какой-то динамит был? Обычный динамит. Ну чё? Почему же я удивляюсь-то? Правильно. Допустим, что у нас ещё есть. Ножницы. Вау. Это какая-то броня. Алмазный доспех какой-то. Ой. Давайте один из них хотя бы примерим. Там просто много, я не особо хочу показывать. Давайте надеваем это. Ага, я ж прям вылитый вояка, вы что? Типа, I'm Russian Schwanen. Я натюрли. Такой, щит беру. Я стрелятен в этих партизанин. Ух ты, спецэффекты. Das ist gut, das und das, партизанин, шмане. Не хочу я. Стоп, это далеко не... Текста, это ж... я, походу, был неправ насчет этих аддонов. Это далеко не текста. Далеко. Это верста. Обычный верстак. Да. Но это, согласитесь, далеко. Далеко не текстуры. Это не текстура, это аддон. Я еще другу говорил. А я еще своему другу говорил. Нет, это текстуры, да. Оказалось, это аддоны. Оказалось, что аддоны это не текстуры, это... Типа, как сказать, мини-мод? Мини-моды какие-то такие улучшения.
Да, но и есть изменения в текстурах, но большинство. Ух ты, я заметил, звезда края отсюда Нижнего мира поменялась. Рычажок. Давайте на рычаг посмотрим. Сама рукоять только поменялась. Сам рычаг не поменялся. Это у нас... давайте посмотрим. Золотой меч, алмазный, железный, каменный, деревянный. Деревянный меч, это ножик, каменный меч такой. Это уже катана какая-то, алмазный или золотой. Давайте к ножикам их. Да, нормально, чан бы не. Чан бы не. Да, я был неправ насчет Адона. Адоны все-таки круче, чем это как пузырек. Пузырек опыта. Это автоматы бросаем. Бросил. Стреляет зачетно. Это лок, да. Это типа лок. Так, сейчас часть цель. Целимся. Ой. Огонь. Оу, я, Russian Schwanny, guten Tag. Нож, пили малый, yeah. О. Да, натюрлих, да. I'm Russian Spanish, не. Nein, I'm немец. Стрелы с регенерацией. Мне надо... Опа, стрелопорч. Вот сейчас как я сейчас заеду кому-то. Хедехох. Нормально, чё? Овца какая-то подозрительная, ее нужно истребить. Овцу нужно убить. Кто еще подозрительный? Кто? Этот теленок мне не нравится. Я немец. Я немец. Я натурли хорошо, ничего не гутен так, я. Слышите? Оу, Russian Schwanny? Яволь? Ахтунг? I'm немец. Я немец. Стой, свинья. Я хочу тебя убить. Я это сделать. Я. I'm Russian Schwanny. I'm Russian Schwanny. Хендехох. Хэнде хох. Пэл. Я начули. Очень хорошая лошадка. Это очень хорошая лошадка, да? Я начули. Ау. Хейлен Май Влахин. Вау. Я буду ходить и всех убивать, потому что я хотеть убивать. Убивать мое призвание. Я. Russian Schwanny. Good, good. Партизанин. Оу, я. Натюрли. Какие еще есть? Сейчас возьмем. Это какой у нас был? Это у нас был... Мне надо железные доспехи. Железная кираса. Железная кираса. Железные вот такие надо. И тоже железные ботинки берем. Надеваем это все на себя. Вот так. Таким способом надеваем. Вау. А я прям ты что? Я вылитый военный.
Арбалет-то лучше были, да? Ой. Да, я убиваю тут всех. Хендехох. Овечка Хендехох, руки вверх. Ах ты ж неблагодарное животное. Вот такая. Так. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. А с вами был Энзик Бро. Всем пока!